В честь Дня семьи, любви и верности на территории Ленинского района организовали много интересных мероприятий. Так, в Центральном парке города Видное провели интересную игровую программу «Счастливы вместе». Дети и их родители приняли участие в настоящих соревнованиях, в которых они заплетали косы, быстро бегали и даже пекли блины. Настя, давай! Несмотря на результат конкурсов, всем вручили небольшие подарки и пригласили поучаствовать в веселом танце. Весело, детям нравится, самое главное, настроение хорошее. Яркой частью праздника стала торжественная церемония чествования супружеских пар, юбиляров семейной жизни, молодоженов и многодетных семей. Все они получили памятные награды и цветы. Семья – это не только мама, папа и дети, это и бабушки, дедушки, прабабушки, прадедушки, дяди, тети. Это большая семья. Когда вот этот вот крепкий и радостный союз получается, наверное, это одна из самых больших радостей, которые человек обретает на земле. Семья в жизни каждого человека играет большую роль и является главной опорой во всех бедах и несчастьях. А чтобы она была крепкой, важно хранить семейные ценности. Любить друг друга, понимать, ценить, уступать друг другу. Я думаю, будет в этом крепость семьи. На празднике присутствовало не только молодое поколение. Владимир и Ирина Соломенцевы, прожившие вместе 56 лет, поделились опытом семейной жизни. Любовь, верность и взаимное уважение, конечно. Уважение. И любовь к детям, воспитание детей, помощи. Особенно мне большую помощь он оказывал, так как работа была у меня сложная. В светлый день Петра и Февронии все семьи услышали много теплых слов и поздравлений. Пожелания только счастья, верности, любви. Всего хорошего. Пожелать хочется одного – побольше олицетворять именно того доброго, той любви, на которую мы, молодое поколение, должны равняться. Потому что вот они являются для нас просто примерами, для подражаниями, как нужно себя вести в обществе. А если мы так себя будем вести, то всегда будет будущее. Пожелания счастья и благополучия на протяжении всего праздника звучали в адрес супружеских пар, которые знают, что их крепкая семья, дети и внуки и есть главная награда за их верность и любовь друг к другу. Анастасия Воронина, Владимир Бежонов, Сергей Ларин, Видное ТВ.